Сидней в эти минуты драма с захватом заложников. На семинаре по недвижимости буквально час назад прозвучали выстрелы. Один человек погиб, двое ранены. Сообщается, что нападавший удерживает несколько человек. Район оцеплен полицией. На месте также работают переговорщики. К штурму готовится группа оперативного реагирования. По предварительным данным, этот инцидент с терроризмом не связан. Новая информация в нашем следующем выпуске.